Вот такую картину наблюдало руководство одного из челябинских предприятий, глядя на трансляцию камер видеонаблюдения, установленных на территории. О взрыве, едва не разрушившем завод, рассказало челябинское агентство новостей «Доступ». 22 марта в половине шестого вечера на соседнем с этим предприятии Шершневском щебеночном заводе производился плановый подрыв скалы. По словам пострадавшего предпринимателя, такие взрывы на щебеночном заводе проводятся регулярно, и всякий раз он получает уведомление следующего содержания. В связи с расположением места взрыва вблизи территории вашего предприятия и существующей опасности повреждения техники и травмирования людей, на время проведения взрыва просим удалить работников и технику на безопасное расстояние. Такое письмо он получил и накануне 22 марта с предупреждением, что взрывные работы будут проводиться с 12 часов до 5 часов вечера. Но в реальности взрыв прогремел в 17:36, а его сила была такова, что осколки подорванной породы повредили кровлю, фасад, элементы ограждения и стены ближайшего цеха. Щебнем завалило погрузочную площадку и находившиеся на ней материальные ценности. Кроме того, предприниматель беспокоится за находящиеся поблизости жилые дома и нефтехранилища. По словам предпринимателя, соседи предлагали ему урегулировать ситуацию без вмешательства контролирующих органов, но, испугавшись повторения в дальнейшем таких инцидентов, он сообщил, что намерен обратиться в прокуратуру и Ростехнадзор.